А вот типа Холгер, Калунд, как будто бы, знаешь, неповторимая классика, которая уже сквозь года, но типа она до сих пор находится именно на очень хорошем уровне. А МГ-42, мне такое ощущение, что вот, ну там еще пару-тройку сезонов его занерфят и положат его в долгий ящик и про него забудут. Хотя, может, я могу и ошибаться, но не факт, но не факт. Но предположения такие. Так, поехали, поехали, поехали. Сами намечается что-то серьезно, чекайте. Так, есть. Дым есть. Да, осталось только найти пацана. А чё, лянь, у меня скипается, сука, джойстик передвижения. Поехали. У меня реально скипнулся джойстик передвижения. Минуточку внимания. Рекламная пауза. Господа, если вы давно искали способ, как можно сэкономить на донате в нашей любимой колдушке, то смелостью могу вам рекомендовать свой телеграм-магазин, который называется Lumumba Shop. Там вы можете приобрести премиум боевой пропуск даже на аккаунте, где недоступен магазин с цепишками. Можете приобрести пропуск снабжения, что недельный, что месячный. Ну а что касается аккаунтов, где доступен магазин с цепишками, цены вас приятно удивят, поэтому залетаем. Ссылку на мой магазин можно будет найти в описании к этому видеоролику. Ну а сейчас возвращаемся к просмотру бомбического видоса. На фонтане там один. Там была двоечка. Надо было от позиции, наверное, попикать. Окей. Так, братва, обязательно все ваши сообщения сейчас прочту, на все поотвечаю. Ах ты сволочь, сука, сидит. Ой, СМХ. Вот так, наверное, надо играть, да, с ручными пулеметами. Да, вот так, на бутылке сидя. В уголку. Иглу. Фух. Вперед. Сюда. Вот так. Минус 3. Ебой. Все, начинаем догонять, ребят. Шуток больше не будет, ё-моё. Дрон сюда. Так, пошла, пошла. Есть? Еще будет? Желающие. Желающий будет еще? Еще будет желающий, ребятушки. Холгер в деле, алоха. И навык оперативника Шторм. Точнее, Рой. Ах ты. Мистер Верман, здорово, здорово, братулеса. Всем огромный привет. Так, немножечко дали фору пацанам. Поначалу, потом догнали. Так. Угу. Здорово. Вот это да. Чекай, что творит. Чекай, что творит, тип. Пошли, 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 пошли.
Так. Там кто-то сбоку, его закрыли или нет? Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Вот это реально можно рекомендовать как нормальный ручной пулемет. Сюда. Еще. О май гад. Вот это катка. Вот это дело. Ха-ха. Сюда. Получилось взять или нет? Получилось, я ему пишечку. Забрать. Так, быстренько рассказываем сборочку, переходим резко к другим ганам. Вот это вот реально можно рекомендовать как хороший ручной пулемет, играбельный в рейтинге. С ним можно нагибать 100%. Вот это было хорошо. Особенно вот этих вот ребят уже, которые сидели по углам. Это просто трэш. Так, а ну-ка. Быстренько рассказываю. Ручной пулемет Холгер, сборка перед вами, первый модуль это монолит для того, чтобы апнуть максимальной дистанции, чтобы он имел вот такие показатели, 31 единица урона до 22,5 метров, 28 единиц дамага до 30, это нормальная дистанция для того, чтобы разрывать соперников в сетевой игре. Дальше, мип легкий для того, чтобы максимально сделать мобильный, то есть заход прицела и все эти дела. Потом, следующий модуль это приклад, точнее отсутствие приклада, это без приклада модуль. Тут мы делаем опять же буст АДС, скорости перемещения при прицеливании, это стрейф и со стороны в сторону в режиме стрельбы, вы поняли? Очень важный, классный показатель, рекомендую, пользуйтесь. Следующий модуль это лазер, тут уже у вас вкусовщина, я ставлю лазер ОВЦ, вы можете поставить коллиматор, вы можете поставить перк отключения, вы можете поставить магазин и так далее, это такой своего рода взаимозаменяемый, мы поняли? Взаимозаменяемый модуль. Но я ставлю именно этот, потому что я играю в опорку, в команды, в превосходство в основном. И мне как бы палит, не палит, для меня это особо не важно. Поэтому тут мне важно скорость захода прицел и уменьшение разброса пуль при стрельбе в прицеливании. И этот я модуль ставлю. Финальный модуль это опять же буст АДС, это время прицеливания, это скорость, задержка перехода от бега к стрельбе, то есть быстрее пушка заходит в режим работы. Вот так вот сборка выглядит суммарно, чекайте, забирайте, наслаждайтесь, кайфуйте, не благодарите, но хотя можете лайков и закинуть. Так что, такие дела.